Доброе утро еще раз всем. Уже по доброй традиции каждую пятницу в программе «Утро на СТС» работает Академия волшебства, где мы учим вас удивлять ваших же близких. И уже, как всегда, с нами наш добрый друг, добрый маг Виталий Бивол. Здравствуйте. Иллюзионист. Виталий, доброе утро. Здравствуйте. Скажите, Сергей, как вы думаете, какое из самых главных изобретений в наше время используют люди? Для жизни. Ну, учитывая то, что я вижу на столе, наверное, конечно, это спички. Конечно, это огонь. В древности огонь. Люди, да, в древности люди это появляли из камней, с помощью... Сейчас, конечно, люди живут в интернете. Вот как только что обсуждалось Facebook, люди живут там. Люди, которые живут в интернете, не в состоянии в какой-то кризисной или подобной ситуации справиться с подобной нуждой, да? Для следующего трюка нам нужны спички. К сожалению, бывает иногда в жизни так, что спичка оказывается последней в коробке. Вот как, например, сейчас. Как, например, да? Сейчас. Мы достаем одну спичку. Друзья просят нас зажечь огонь. Мы на шашлыках, мы где-нибудь на природе. Мы закрываем коробок, поджигаем спичку, проводим над коробком и говорим волшебные слова. Какие вы знаете? Трах тебе, дох, трах. Да, и все остаются довольны обычно. Слушай, а вот интересно, мои сработают, у меня чуфры-муфры-бум. Давайте попробуем. Чуфры-муфры-бум. И мы открываем коробок. И у нас появляется полный коробок спичек. Мои заклинания работают! Так, Сергей, это потрясающий трюк. Сергей, это потрясающий трюк, потому что обычно говорят, ну, может там спрятать одну спичку, две, но когда вы прячете такое количество спичек, это, конечно, удивляет. Так. И это, и что мы делаем? Мы не прячем. Это с помощью волшебства появляются спички. Сергей, для этого трюка нам понадобится два коробка спичек для того, чтобы сотворить такое чудо. Это невероятно, но они оказались у меня в кармане. Одну секундочку, Серега. Одну секундочку. У вас тоже есть? Один коробок у меня тоже есть. У меня два. Еще у меня есть волшебные ножницы. Волшебные ножницы, которые появляются... Если вы, Виталий, произнесете волшебные слова, может быть, у меня тоже появится. Я практически их уже чувствую. Вы чувствуете их? Волшебство надвигается на студию. Вы чувствуете? Это отлично. Волшебные ножницы. Так. Прекрасно. Сергей, вам необходимо взять и раскрыть два коробка. Оба я раскрываю. Да, вам необходимо иметь две одинаковые внутренние части. А при этом мы спички оттуда выкладываем, да? Конечно. Так, раз, два. В одном из них вы отрезаете одну ребро. Из сторон, более узкую, да? Да, вы отрезаете это ребрышко. Так. Осторожнее, не порежьте пальцы. Вот таким образом. Потому что это будет один из самых сильных трюков. Вообще, учитывая события, произошедшие на этой неделе в столице, конечно, лучше с огнем не играть. Не играть. Вы что, да. Сергей? Потому что сгорит не только, да. Вы не поняли. Только малина, конечно. Но и клубника. И клубника. Вот. Хорошо, у нас появляется. Вот, у нас получается вот такая вот штучка. Да? Да, вот она у меня. Что мы делаем есть. Еще? Мы срезаем с ширины, вот здесь вот, мы срезаем по миллиметру с двух сторон. Вот таким вот образом, как это делаем мы. Это нужно очень Сережа. Аккуратно делать, да? То есть это ювелирная работа. Это очень ювелирная работа, потому что один мой знакомый вот так вот вырезал из коробка и получил бриллиантовое ожерелье. Вот так вот. У волшебника все вышло. Получилось, Сережа? Да, Виталик. Хорошо. Все есть. Теперь вы берете и вставляете вот таким вот образом. Я сниму отсюда. Вы снимаете часть вот эту вот, да, и на другом вы вырезаете точно такой же кусочек. Видите? Потому вот что он вам вот. Мешает, конечно. Да, ага. То есть на втором только одну часть. На первом вы вырезаете ребра с двух сторон. Учимся, друзья, учимся волшебству. Даже волшебство теперь вставляете сегодня вот так. Подвластно человеку. Это, которую вы срезали, да, вы вставляете вовнутрь. Прекрасно. Есть. Вот таким вот образом. Угу. Да. Вот получается, давайте я еще раз покажу крупно. Вот у нас мы одна специально часть, взяли вторая разных часть, цветов внутренней и вот части, мы таким чтобы образом вы видели их соединяем. Причем на одной из них мы отрезали миллиметр с обеих сторон. Для да? того, чтобы не вылазило. Есть. Мы специально взяли разных цветов для того, чтобы вы могли видеть, что, куда и как всовывается. Это очень важно. Далее вы кладете сюда спички. В хаотическом порядке. Да, конечно. Ну, желательно, чтобы они были... Ой, а можно я соединю и красный, и зеленый? Красный, зеленый, можно и синий. Чтобы было просто главное интереснее и веселее. Главное не голубые, Сергей, главное не голубые. Главное, да. Да, не голубые. Нам... Не надо тут голубых спичек. Голубых спичек. Так, красный и зеленый мы соединили. Прекрасно. Есть. Теперь вы всовываете в коробочек. Теперь закрываем? Вот таким вот образом, да. Две части мы всовываем сюда, да. Так. Вот. Есть. Теперь на одну из частей, где мы вставляли спичечки, да, у нас идет, вот она. Ага. На секундочку.
То есть мы на нее... Мы проталкиваем вот таким образом. Смотрите, когда вылазит часть, мы проталкиваем эти спички назад. И коробок визуально совершенно пуст. О, я теперь понял. Вот, ни звука, ничего. За счет того, что вы пальцами поджимаете уголочек, нет звука. Звука нет, это полная иллюзия о том, что коробок чист. Далее вы берете и поджигаете последнюю, проводите здесь. И после получилось закрытия тоже. У вас появляется полный коробок со спичками. Так, вот смотрите, у меня пустой. Я закрываю. И Сергей, теперь... а волшебные слова? А, серьезно? Волшебные слова. Чуфры-муфры. Чуфры-муфры-бум. Есть. Спички. Есть. Полный есть. Коробок спичек. Спасибо большое, Виталий. Главное. Вам за то, что... Да, главное, что главное. Что? Главное что? Это помнить, что спички детям не игрушка, а все мы в душе дети. Поэтому все давайте не будем играться, а просто учиться волшебству в нашей Академии волшебства, в программе «Утро на СТС» вместе с Виталием Бивол, иллюзионистом. Виталий, большое спасибо, спасибо тебе. Спасибо тебе, Сергей. А вы всегда можете, если вы не успели что-то просмотреть, увидеть урок Академии волшебства на нашем сайте stsdefistv.md в интернете. Спасибо вам большое. Мы переключаемся спасибо. На утренний сюжет.